Короче, всем привет, ребят. Я уже еду с Витфеста обратно домой. Вот, короче, я могу вам так сказать, что это было очень круто. Вот. Эдвард. С Эдвардом скоро увидимся. Вот, короче, это было очень круто. У меня миллион селфи с Ивангаем вообще за всеми просто. Это, блин, очень круто. Я познакомился с очень многими блогерами, пообщался. В общем, Эдвард, спасибо большое. Эдвард только что поделился моим перископом. Спасибо большое еще раз. Вот. Кстати, вот мы сейчас будем дома. Ты как покушаешь, напиши, ладно? Вот, типа мы едем домой сейчас. Блин, это очень круто было. Я познакомился вообще с кучей ребят, с кучей видеоблогеров замечательными. Марьяна в жизни очень крутая. С Житковским виделись. С Житковским сфоткались, Вань. Очень много фоток у меня с Житковским. Это пипец, это очень круто. Короче, вот, едем сейчас. End of the day. Вот, едем с Витфестом. Короче, вот. С Миленой фотки есть? Не, я с Миленой не фоткался. Я на Рейзера знаю, да. Вот, сегодня тоже познакомились. Шейдлина была. В общем, были все видеоблогеры. Блин, это было охренительно. Вообще, просто. Так что вот. Те, кто не пошел на Витфест, очень зря. Очень зря. Слушай, а ты свои фоткался? Кстати, ребят, Маша Вэй со мной фоткаться отказалась. И это было настолько по-наглому, это было настолько... Ну, типа, я подошел к ней, я говорю, типа, ну, привет, типа, Маш, короче. В общем, я напишу об этом пост. В общем, ну, как себя Вэй повела, очень некрасиво. Очень некрасиво поведение было у Вэй. И Катя вообще крутая. Катя сегодня целый день, ну, как бы, я только подошел к ней, она ржет с меня, и я начинаю ржать. Эдвард не пидор. Эдвард вообще крутой чувак, так что идите в жопу. И те, кто будет писать типа, на Эдварда гадости, буду вас типа блокировать всех. Реально задрали уже, пошли в жопу. Вот. В общем, Катя надо мной ржала сегодня весь день. Реально, Катя ржала надо мной весь день, и я ржал. В общем, это было неадекватно. Мы, конечно, сфоткались с Катей, но такие фотки типа не очень получились. Ваня в жизни очень крутой. Вот. Все крутые, реально. За исключением Машевой. Это я вот вам могу так сказать. Потому что Машевой, конечно, очень поведение крутое. Да, блин, Эдвард. Ну, я думаю, за фотошоп, я не знаю. Шатрова пыталась немножко меня погадить, как-то что-то сделать. Но в итоге с Машей никто, типа, особо не общался. Она весь вид... Она как Милена, да. Она, типа, вид... Весь Витфест она была отдельно, такая типа, ну, с парнем, да, со своим, и все, как бы. Ну, это был пиздец. Пушман опять на тебя бочку гнала, в смысле? Где, на трансе? Насчет Фоги у Кати мы спрашивали, типа, но... Я хотел взять у нее интервью, но она сказала, что Фоги, эта тема, ну, закрытая. То есть это все интрига, и она не хочет даже вообще об этом говорить. Да. Вот. Андрей, он нет, он был, он только... Вот. Блокирую сразу. Кто тут писал про Эдварда, что это заблокировать? Короче. Вот. И это, Эндрю был в таком сером длинном платье. Ему стало холодно, он оделся, поехал. Вот. Он поехал, оделся, короче. Вот, и вот все. Вот Андрей. Да, ребят, было очень классно. Да. Нас с Эндрю просто не давали вообще пройти. Мы такие. Уставшие. Какие гости? В смысле, подожди. Все двигается. Кто? Окей. Хорошо. Как вы с ним познакомились? С Эндрю в интернете познакомились? Я Ирамира не видел. Не видел и не хочу видеть. Нахер мне это надо? Вот эти бои. Как бы, ну, я просто не фанат. Какой у тебя рост? 1.80 м. Желудь был? В смысле? Он блогер. Он блогер.
блогер. Спилберг была, вы что, издеваетесь? Нет, конечно, у него же видеофан. Который на уровне... Который на уровне с Ритфестом, конечно, вообще, ну, как небо и земля. Вот. Спасибо вам большое, кто был. Я уверен, что кто фоткался, вы сейчас смотрите. Я уверен, есть такие ребята. Спасибо большое за то, что вы такие были добрые. Блин, такие вообще все классные. Какой рост у парня рядом? У Эндрю рост немножко... 187. 187. А это кто выложил? А покажи мне, еще раз завелись. Да я покажу. Все. Типа, сейчас, ребят, ну сейчас, я фокус хочу поймать, во. Вот. Когда увидел перекуренные ножки. Я так тебя не нашла, блин, очень жаль. Но я еще в Питере буду до понедельника, поэтому, блин, я думаю, что... На Лиге не будет. Ага, после вчерашнего? Я чуть в обморок не упал, кстати, в галерее вчера. Очень плохо было мне. Паша Микус, это типа кто? Что вы ей сделала? Вы очень некрасиво себя повела. Общаюсь с Димой. В общем... И Шпагина была, да, все были. Опять с нас сфоткали. Когда мы стояли, как мы сфоткали. БСФШ очень жирная. Ну ничего, я знаю. Я знаю. В общем, все, мы едем домой. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо большое за то, что вы пришли, сфоткались. Это было очень круто. Вот. Вы очень классные. Все. Вот. Все, всем пока.